Всем привет! Сегодня мы будем готовить домашнюю горчицу. Я думаю, все знают, что рецептов очень много приготовления горчицы, но я их многие перепробовала и остановилась на одном. Теперь я готовлю только по этому рецепту, поэтому и вам я его предлагаю. Нам понадобится горчичный порошок, кипяченая вода, ну, естественно, баночка, куда мы будем пересыпать. Нам понадобится примерно 3 столовые ложки . Засыпаем в баночку . И теперь сюда же нам нужно добавить воду . Вода должна быть либо теплая, либо горячая . Это зависит от того, насколько острую вы горчицу хотите сделать. Если вы хотите слабенькую, то вода должна быть горячей, прям можно кипяток добавлять. Если наоборот острую, то вода должна быть просто тепленькой. Добавляем буквально вот ложечкой, нам много не надо. Нам нужно всю горчицу просто хорошенько намочить. Такая консистенция должна получиться, вязкая, вот наподобие глины, наверное. По чуть-чуть добавляем и перемешиваем. Ну вот примерно вот такая консистенция должна получиться. То есть она прям плотная. Просто вот мокрая горчица. Теперь нам нужно ее залить водой. Поэтому мы потихонечку добавляем воду. Если кто-то не знает, то горчица, она делается не быстро. Ей нужно дать время созреть. Это по любому нормальному рецепту. Я думаю, все знают. Вот так заливаем водичкой. И нам ее нужно оставить примерно часов на 10. То есть вот эта вода, она впитается, перемешивать не нужно. Она просто впитается, все, что нужно. Что не нужно, мы просто сольем. Вот так. Я обычно делаю в ночь, и утром уже воду сливаем, горчица готова. Поэтому утром мы продолжим. Вот горчица у нас постояла ночь. Вот так она набухла. Теперь нам очень аккуратно нужно всю воду слить. Нам понадобится только нижняя часть, сам горчичный порошок, который вот у нас набух, стоял всю ночь. Водичку мы аккуратненько сливаем. Вот так мы горчичку слили. У нас осталось только то, что нам нужно. Теперь сюда нам нужно добавить сахара 1/2 чайной ложки и соли. Чайную ложку, ну, можно без горочки. Растительного масла буквально 2 чайных ложки. Я так на глазок. И уксус. Буквально несколько капелек. Берем обычный столовый. Все это нам нужно тщательно размешать. В принципе, горчицу можно считать готовой. Можно ее уже кушать. Но лучше ее оставить хотя бы на сутки где-нибудь в теплом месте, чтобы она у вас вызрела. Тогда она будет полностью готовая, и через сутки ее можно переставить в холодильник как готовую горчицу. Попробуйте сами приготовить. Я думаю, это намного лучше, чем магазинные. И дешевле, и вкуснее, и без всяких химий. Попробуйте сами приготовить. Всем спасибо. Пока-пока.